Российский бизнес не ждут на международном рынке. Предпринимателям необходимо нацелиться на постоянных европейских партнеров, отмечают московские эксперты. Накануне они встретились с руководителями чебоксарских предприятий. Спад экспорта в зарубежные страны – последствия вхождения России во Всемирную торговую организацию. Специалисты говорят, что это начало того самого негативного сценария, который обрисовывали давно. После того, как страна стала участником единого экономического пространства, интеграционные процессы начали проходить намного активнее. Сейчас с этим необходимо смириться и научиться работать по новым правилам. От предпринимателей эксперты ждут большего напора. В будущем на экономических рынках Россия будет развиваться стремительно, но пока это только прогнозы. Существенные риски может понести малый и средний бизнес. Предпринимателям эксперты советуют сделать ставку на налаживание и укрепление внешних экономических связей. Специалисты отмечают, что сегодня нужно думать не только об экспорте, но и об импорте товаров. Но любой импорт нас не интересует. Нас интересует прежде всего высокотехнологичный импорт. Или, как мы называем, трансфер технологий. Если вы посмотрите торговый баланс развитых стран, это Великобритания, США, Китай, Россия в том числе, то торговый баланс, это разница между импортом и экспортом, они примерно тождественно равны. Поэтому сегодня основная задача понимать, какие внешнеэкономические связи существуют у Республики Чебоксары, которые установились исторически.